Ой, Мил, здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, мой муж из рейса вернулся? Я просто тут маникюр неподалеку делала, думаю, заскочу заодно, мы же встречу. Екатерина Гришина, 24 года, домохозяйка, замужем. Да, через 15 минут Олег должен вернуться из рейса. Людмила Купцова, 22 года, диспетчер в автопарке, не замужем. А какой браслет? Да так, безделушка. Ничего себе, безделушка, таких деньжищ стоит. А можно на нее поближе посмотреть? Моей милой и любимой. А почему милая с большой буквы? А просто мой любимый мужчина меня всегда так называет. Моя милая Мила. А что с вами? Ничего, просто душно тут. А, пыль от дороги. Я бы открыла окно, но дышать станет еще тяжелее. Ничего страшного, у меня уже полегче. На, забери свой браслет. Я домой пойду. Там его дождусь. Знаете, у меня было какое-то нехорошее предчувствие. Дело в том, что Олег уже вот как несколько месяцев начал вести себя как-то странно. И что же он такого странного делает? Ну вот раньше он был всегда веселым. Обо всем со мной разговаривал, а сейчас он все больше молчит, в глаза не смотрит. Очень часто стал задерживаться на работе. Я, конечно, от себя гнала нехорошие мысли о том, что у него есть любовница. Но когда я увидела браслет, ну тут уже все стало понятно. А что браслет такой уникальный, единственный в своем роде? Ну я больше чем уверена, что это именно тот браслет, который я видела у мужа в вещах месяц назад, когда убиралась. Дело в том, что там была еще гравировка с надписью «Мой милый любимый». Но я еще дурочка тогда подумала, что это мне. Оказалось, вот оно кому. Ну, я еще Олега как-то могу понять с какой-то стороны. Он все-таки мужчина, но они все хитрят. Но мама... От мамы я такой подлости, честно говоря, не ждала. Отлично. Где же Олеженька? Валентина Ивановна Чернецова, 45 лет, домохозяйка, замужем. Может, он забыл про годовщину свадьбы? Мужчина обычно о таких вещах не помнит. Ой, да ничего он не забыл. Мама мне еще неделю назад купил такой шикарный, дорогущий браслет. Его случайно нашла. Но, правда, сделала вид, что я ничего не заметила. О, а вот и Олег. Привет. Всем привет, привет. А по какому случаю банкеты и жена такая красивая? Олег Гришин, 24 года, водитель маршрутного такси, муж Екатерины. Ну ладно тебе, ну чего ты? Ну чего, Олег? Ну ладно, хоть притворяться, что ты ничего не помнишь. А где ты подарок? М? Какой подарок? Ты что, забыл, что у нас годовщина свадьбы? А кому же он тогда браслет купил? Ну, успокойся, дочка, успокойся. Подожди, нет. А почему я должна успокаиваться? Я тебя спрашиваю, ты кому браслет купил тогда, любовнице? Олег неделю назад купил браслет. И показал его мне, чтобы спросить, о том, понравится тебе или нет. И я сказала Олегу, ну зачем тебе украшение, когда у вас еще дом не обставлен, да, Олег? И Олег сдал его, да, Олег, в магазин. И обещал купить тебе новую мебель. Дело в том, что мама меня всегда учила быть мудрой женщиной. То есть закрывать глаза на измены мужа. Ну, если не видел, не знаешь, ну, считай, что измены и не было. Самое главное, чтобы муж всегда был при тебе, приносил деньги в дом. Но если изменяет, ну, что поделаешь? Ну, все же изменяют. Если вы думаете так же, как ваша мама, тогда и проблем нет. Понимаете, я вот сейчас боюсь, что муж от меня уйдет. Вряд ли это случилось на пустом месте. Наверное, в ваших отношениях было все не так радужно. Я думаю, что это началось год назад. Тогда Олег искал работу
по специальности инженера, а мы с мамой настояли, чтобы он пошел работать в маршрутное такси ради денег. Принесли ли эти деньги счастье семье? Нет. Более того, он начал выпивать со своими напарниками, а теперь вовсе завел роман с этой диспетчершей Милой. То есть вынудили мужа идти работать по специальности, которая его не устраивала. Прижали мужа чувством вины и долга перед семьей, а теперь пожинаете плоды всего этого. То есть вам интересы мужа не важны? Катя решила больше не следовать советам матери, а действовать самостоятельно. Знаешь, я подумала, может, тебе все-таки стоит вернуться к работе по специальности, а? Поискать должность инженера. С чего бы это? Ну, вы же с мамой сами хотели, чтобы я работал в автопарке. А теперь я втянулся, и что, деньги платят, и коллектив мне нравится. Коллектив? Слушай, Катя, а почему у тещи ключи от нашей квартиры? А я на прошлой неделе в парикмахерской была, она ждала доставку этой стиральной машины. Но, видимо, просто забыла отдать. Чтоб твоя мать что-то забыла отдать. Ну ладно тебе, но она все равно член семьи. Олеженька, сыночек, что ж ты женским делом занимаешься? Катя сама справится. Мам, ну как ты не поймешь, вместе веселее. Катя, я тебе помогу. А Олегу нужно отдохнуть после работы. Я вот что решила. Я считаю, что Олегу нужно вернуться к инженерной должности. Какие инженеры? Кому они сейчас нужны? Да, у водителя маршрутного такси зарплата небольшая. Но невозможно же учесть, сколько он за день перевозит. К тому же вам нужно мебель обновить, да и ремонтик бы не мешало бы уже сделать. Да. Конечно. Не, ну в принципе, если тебе нравится работать там, то, конечно, я не буду против. Но, с другой стороны, мама тоже права. Мебель нужно обновлять. Ну ладно, пойдем. И зачем только ты пошла меня провожать? Мам, я все знаю. Олег не показывал тебе мне никакого браслета и не советовался с тобой, тем более не сдавал его обратно в магазин. Откуда ты знаешь? Ну я что, по-твоему, совсем дура, что ли? На браслете была гравировка, ни один нормальный магазин бы не взял его обратно. Я просто не понимаю, ну зачем меня оба обманули? Я сегодня поговорю с Олегом. Кать, ну ты что хочешь услышать? Изменяет ли тебя Олег? Да, изменяет. Я ни в коей мере не оправдываю его. Я просто хочу спасти твой брак. Ну послушай ты меня, ну я жизнь прожила. Если Олег начнет выбирать, ну не уверен я, что это будет в твою пользу. А почему я тебя должна слушать? Я тебя уже один раз послушала, и что? Влипла в эту ситуацию с Милой. Это же ты ему посоветовала шофером устроиться, да? Ну, Кать, ну что ты думаешь, на другой работе женщин нет? Ну, если мужчина захочет, ну он найдет, где и с кем ему изменить. Кать, я надеюсь, ты не сказала Миле, что ты знаешь про ее связь с Олегом? С трудом держалась. Вот и умница, молодец. Терпи. И все будет хорошо. Ой, Олег, завтра же ехать за мебелью, мы так и не решили, какую будем брать. А, мебель. Зайчика, покупка мебели придется отложить. Отложить? А почему? Ты же обещала. Ну, я денег коллеге в долг дал. А какому коллеге? Ну, какая разница? Ну, дал в долг, и все, и забыли. Нет, подожди, что значит, какая разница? У тебя что, появились от меня секрет? Ну, хорошо. Этот коллега, это диспетчер Мила. А ей-то зачем так срочно понадобились деньги? На шубу, кажется. Я не знаю, я не вдавался в подробности. Не вдавался в подробности? То есть она просто так взяла и попросила деньги на шубу у чужого мужа, да? А ничего-то, что у меня шубы старые. Может, мне тоже попросить у твоих друзей, а? Вряд ли они мне дадут. И потом, почему ты со мной не посоветовался? Почему я должен перед тобой отчитываться? Я сам зарабатываю, могу сам решать, куда деньги девать. Ах, вот ты как заговорил, да? То есть ты теперь свободно будешь тратить деньги на твоих баб? Да не моя, она баба. Не моя, а начальника.
От нее зависит то, сколько я буду зарабатывать. Наше с тобой благополучие зависит. Только не надо из меня делать дуру. Я прекрасно видел браслет на ее руке. И знаю про измену, и то, что моя мать тебя прикрывала. Этот браслет — это подарок на день рождения от всего трудового коллектива. Но почему ты все время врешь, Анна? Это же противно! Ну почему? Ну, Кать, Катенька, я правду тебе говорю. Ну хочешь, я на колени перед тобой стану, Кать? Ну давай завтра пойдем и купим тебе то, что ты хочешь. Ну, а хочешь, выбери вот любую мебель, и я возьму кредит, через полгода верну. Хорошо? Катя была шокирована, увидев на руке диспетчера Милы дорогой браслет. Наткнувшись на него недавно дома, Катя была уверена, что муж Олег подарит ей украшение на годовщину свадьбы. Но оказалось, что он забыл о важной дате. В день торжества, увидев замешательство Олега, мать Кати сказала, что он сдал браслет в магазин по ее совету. Теперь Катя поняла, что они оба ее обманывали, и у Олега есть любовница. На следующий день Катя едва дождалась окончания смены мужа и зашла к нему в диспетчерскую, чтобы еще раз увидеть соперницу. Не помешала? Здравствуйте, Катя. Конечно, нет. Дорогая. А у меня хорошие новости. Мила для меня премию начальства выбила. Ну и ты ее отблагодарил дружеским поцелуем. Давай дома поговорим. Ты лучше скажи, как ты здесь оказалась. А я вот целый день ходила, выбирала мебель в нашу гостиную. А здесь вот неподалеку, в этом районе, есть замечательный магазинчик. Там прекрасный гарнитур. Но мне нужен мужской взгляд. Пойдем посмотрим, если понравится, купим. Конечно, пойдем посмотрим. Кать, хватит дуться. Мы с тобой договорились не возвращаться к теме Милы. Но никакого романа у меня с ней нет. Но я своими глазами видела, как она на тебе висла и как вы с ней целовались. Или ты думаешь, я это придумала все, да? Ну, не мы целовались, а она меня поцеловала. Но я же мужик, вот Мила со мной флиртует, я ей просто подыграл. А ты молодец у меня, не стал устраивать скандал. Вела себя достойно, как настоящая леди. Олег, я не буду ревновать при одном условии. Если ты будешь возвращаться домой вовремя и перестанешь так задерживаться подолгу на работе. Ну, я тебя почти не вижу дома. Разве можно так обращаться с молодой женой? Ну, согласен, согласен. Ну, мое упущение. Буду справляться. Все сделаю. Катя была довольна тем, что Олег стал возвращаться домой вовремя. Она решила, что муж расстался с любовницей. Мы завтра на шашлыки едем. С ночевкой. Фу, распоряжение шефа, отказаться нельзя. А я тоже поеду. Котя, ну я бы с радостью, но шеф сказал, что без жен. Ну, мальчишник. Ну, юбилей у хозяина компании. Ну, ничего не поделаешь, нужно ехать. А почему ты об этом только сейчас узнал? Ну, узнал давно, просто заработался, забыл тебе сказать. Ты знаешь, у меня спина что-то болит. Ну, правда, на работе упахался. Давай спать. Катя была в отчаянии. Она понимала, что Олег уехал с Милой. Алло.
Кать, ты знаешь, который час? Что случилось? Мам, зря я все-таки не стояла, чтобы Олег остался дома. Он наверняка сейчас развлекается со своей этой диспетчершей. Господи, какая же я дура все-таки, а? Слушай, а может быть, он мне про корпоратив этот все наврал? Может быть, позвонить ему напарнику, а? Не вздумай звонить, не сли мужа. Напарник соврет, недорого возьмет. Знаю этих мужиков. Они с мужской солидарности на все что угодно готовы пойти. А как же быть тогда? Ничего. Терпи. Олег просто кобель. Все они такие. Ты лучше, дочка, приходи завтра к нам с отцом. Мы все обсудим. Хорошо. Хорошо. Ты какая-то бледненькая. Что случилось? Да, пап. Все хорошо. Все просто замечательно. А ты не знаешь, где мама? Мама у соседки, но скоро придет. Сергей Петрович Чернецов, 47 лет, мастер на заводе. Отец Екатерины, женат. Что случилось? Пап, Олег опять гуляет. Вчера пришел с корпоратива, довольный, как кот, объевшийся сметаны. Такой ласковый, счастливый, до приторности. Зачем ты терпишь? Если жизнь сразу не заладилась, лучше-то не будет. Он как гулял, так и будет гулять. Слышь, может, пока не поздно уйдешь от него, а? Детей-то нету. А почему я должна уходить? А на что я буду жить? Да и где? Квартира-то Олега. Это мне, получается, опять к вам нужно будет переезжать. И что, я буду у вас на шее сидеть? Вообще-то я думал, ты пойдешь работать. Ты же в школе отличницей была. Я так гордился своей умничкой. Я думал, ты закончишь институт, станешь хорошим специалистом. Зачем хранить себя в четырех стенах и зависеть от мужа? Сереж, вот что ты говоришь? Вот чему ты дочь учишь? Давай, иди. Это тебя вообще не касается. Иди. Как это не касается? Она и моя дочь тоже. Мамочка, надо как-нибудь так сделать, чтобы Олег ушел с этой работы. А на что вы жить-то будете? Ты лучше знаешь что? Роди ребеночка, и Олег никуда не денется. А папу-то не слушай. Он по молодости таким гулякой был. Но как только у него завязался серьезный роман, я тебя и родила. Как это? Ну так это. Это сейчас он тихий, домашний. А раньше такой ретивый был, но никуда же не делся. Так что не переживай, моя девочка, все будет хорошо. Пойдем лучше чайку выпьем, пойдем? Пойдем. Пойдем, все будет хорошо. Я уже вся извелась. Муж продолжает мне изменять, не хочет уходить с работы, продолжает встречаться с этой диспетчершей. Я не знаю, что делать. Может быть, стоит прислушаться к советам отца и начать самостоятельную жизнь? Стоит ли держаться за такого мужа? А может быть, все-таки стоит послушать маму, родить ему ребеночка? Тогда он точно от меня никуда не денется. А если это не поможет? Как будет чувствовать себя ребенок в роли лекарства от развода? Ну, ведь у мамы с отцом этот прием же прошел. Ребенок не игрушка. Подумайте, какое будущее вы ему готовите. Да и поверьте уж моему опыту, ни один ребенок не спас семью от разрушения. Чтобы удержать мужа, Катя забеременела. Однако страхи и сомнения не покидали ее. Мила, ну я же тебя просил не звонить мне домой так поздно. Ты можешь жену разбудить. Ты. Завтра приеду, тебя отшлепаю. Все, давай, споки-ноки, моя милая Мила. Все, целую, давай. Катя узнала, что у ее мужа Олега есть любовница. Она была в отчаянии, но мать посоветовала ей делать вид, что ничего не случилось. После серьезного разговора Олег поклялся, что любит только Катю и обещал проводить больше времени дома. Катя поверила мужу, но вскоре он объявил, что едет с ночевкой на корпоратив, где будут только его коллеги.
Катя поняла, что он лжет. Чтобы удержать Олега, она забеременела, но вскоре узнала, что муж обманывает ее и по-прежнему встречается с любовницей. Катя решила, что больше не будет терпеть измены мужа. Доброе утро, солнышко. Доброе. Олег, скажи честно, ты общаешься с Милой? Солнышко, ну, мы же давно закрыли эту тему, да? Ну да, было, проявил слабость. Но теперь я думаю только о тебе и о нашем будущем ребенке. Улизни от своей кобры хотя бы на часок, твоя Мила. Сообщение отправлено вчера вечером. Это что? Ты не имеешь права брать без спроса мои личные вещи и читать смс-ки. Нам надо поговорить. Здравствуйте, Катя. Говорить нам с вами не о чем, а муж ваш в рейсе и вернется не скоро. Нет, нам есть о чем поговорить. Я требую, чтобы ты оставила мою семью в покое. Зачем мне твоя семья? Мне нужен только Олег. Да как у тебя совести только хватает уводить чужого мужа? Тем более Олег – отец моего будущего ребенка. Я до этого закрывала глаза на ваш роман, но больше я этого делать не собираюсь. Думаешь, привязать мужчину ребенком? А я тоже жду ребенка от Олега. Неужели ты думала, что только одна можешь беременеть? Разве ты еще не поняла, чья взяла? Я тебе не верю. Ты все это специально придумал, чтобы мне просто насолить. Вот, смотри. Да ты можешь хоть тройню родить, я ему все равно развода не дам. Я буду бороться за Олега до конца, и он в итоге поймет, что я ему нужна. Нужна? Зачем? У нас с Олегом хотя бы общие интересы. А вас-то что связывает, кроме денег? Вот теперь я, конечно, понимаю, что совершила огромнейшую ошибку, что забеременела от мужа. Теперь его любовница ждет ребенка, и я, честно говоря, не уверена, что муж вернется ко мне. А я не представляю, как я буду жить без него. Поэтому и надеяться надо только на собственные силы. Да и от развода еще пока никто не умирал. По крайней мере, хоть какая-то определенность. Ну, как же это получается, что муж мне изменил? Завел ребенка на стороне, а я ему слова не могу сказать, что ли? Ваш ребенок должен знать своего отца. Как Олег будет принимать участие в воспитании ребенка, если каждый раз вы будете с ним ругаться? Ну, обо мне кто подумает? Кому я буду нужна? Никому. До тех пор, пока вы в мужчинах будете видеть средства для исполнения всех ваших меркантильных желаний. Прошел год. Катя родила сына и жила у родителей. Кать, подожди. Ну, я тоже хочу погулять с сыном. Это и мой ребенок. Ты знаешь, а я теперь за баранкой только по выходным сижу. Ну, подшабашиваю. А так я на завод устроился в КБ. По специальности работаю. С тобой все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Ты мне изменился, ты драной, неухоженной кошкой с диспетчерской. Ты бросил жену и ребенка ради любовницы. Да мерзавец! Да ты со своим маникюром не стоишь и мизинца, мои милые. Убирайся. Убирайся, больше никогда сюда не приходи. Я тебе не разрешу общаться с ребенком. Ему не нужен такой отец, как ты. Угу. Ах, вот как ты заговорила, да? Ну тогда... Кроме алиментов, зарплаты инженера ты ни копейки не получишь. Я лучше эти деньги потрачу на свою семью, на Милу и на нашу дочку. Поняла? Ты моя радость, дедушкина радость. Что с тобой? На тебе лица нет. Да приходил этот бывший муж. И что? Ничего. Вспомнила о ребенке через год. Я ему все высказала, что я о нем думаю. Все. А он мне теперь будет платить алименты только зарплаты. Ты что, дура?
Мало того, что такого позора у нас еще в семье не было. Какого позора-то? Развода! Так ты еще денег ребенка решила, и нам на шею хочешь сесть. Так это что, получается, я виноват? Конечно! Ты с ребенком справиться не можешь, не то что мужчину удержать. Слушай, а кто мне советовал родить ребенка, зная о том, что муж мне изменяет? Между прочим, твой отец мне тоже изменял, но не ушелши. Думаешь, я любила его? Да я ненавидела его за измены. А терпела, между прочим, ради тебя. Да, я тоже тебя терпел, Валечка. Ради нее терпел. Она когда маленькая, такая славная была. А сейчас вылитая мать. Достали! Я ухожу. Теперь можешь всем говорить, какой я кобель. Громко и во все услышания, как ты меня ненавидишь. Он что, пошутил? Значит, я семью опозорила, да? От тебя только что муж ушел. Господи, зачем я тебя только слушала? Осталась одна с ребенком на руках. Так это я, по-твоему, во всем виновата? Ты во всем виновата. Ты стала вмешиваться в наши отношения с Олегом. Ты заставлял меня терпеть его измены. И ты его заставлял работать шофером ради денег. Так, между прочим, это ты его деньги тратил на все, что ты хочешь. Господи, как же мы теперь жить-то без мужиков будем? Не знаю. Как ты думаешь, отец ушел? Иди догони. Сережа! Сереженька! Сереж, подожди, я тебе сейчас все объясню! Сколько семей было разрушено только из-за того, что один из супругов не хотел жить своим умом, а слушал советы тещи или свекрови. Вот и семья героини нашей истории Екатерины разрушилась по этой же причине. Ее бесконечные материальные претензии к мужу, нежелание считаться с его интересами, выстраивание отношений по указке матери привели к тому, что Олег нашел себе другую женщину, которая его просто любила. Но даже ее беременность и уход мужа из семьи не изменили Катю, не остановили поток ее обвинений и претензий к Олегу. Вот и осталась она у разбитого корыта.